У меня за спиной находится цех фасовки. Именно на эту огромную площадку по трубопроводам стекаются готовые продукты. Жидкие бальзамы, сиропы, медовые композиции и кремы. Фасуются и этикетируются продукты в автоматическом режиме без участия человека. Оператор лишь выбирает тару, дозировку продукта и контролирует движение продукта по конвейеру. Воочию мы с вами убедились, как сработал сверхчувствительный металлодетектор. Конвейер автоматически остановил линию фасовки и подал световой и звуковой сигнал оператору. Даже незначительные металлические частицы не могут пройти незамеченными через металлодетектор и попасть в готовый продукт. Калибруемый металлодетектор вот такими специальными имитаторами частиц. Качество и честность – девиз завода Tentorium Rulon. Я догадываюсь, кто решил нас проверить, и с ней предстоит серьезный разговор. На предприятии изготавливается большое количество разной продукции, и, естественно, возникает необходимость мойки оборудования. Как это осуществить? Об этом мы вам тоже расскажем и покажем.